Дурдылыев оставил пост вице-премьера Туркменистана. Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал сегодня указ об освобождении Шамухамета Дурдылыева от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам строительно-промышленного комплекса. Учитывая большой опыт Дурдылыева в области строительства, глава государства назначил его руководителем дирекции по строительству Ашхабад-Сити. Новым вице-премьером, курирующим строительно-промышленный комплекс, президент Туркменистана назначил Пурчекова Чарымыра Тахивалиевича, освободив его от должности министра энергетики, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.